Во вторник в Буэнос-Айресе ученые представили новый вид динозавров, родственный гигантским тираннозаврам и менее крупным велоцирапторам. Они также предполагают, что он являлся возможным предком птиц. Руководство Аргентинского музея естественных наук назвало доисторическое создание в честь музея 200-летия независимости страны – Бисентенарио Аргентина. Скелет животного довольно внушительный. Он составлен из 130 костей. По словам ученых, Бисентенарио имел размеры от 2,5 до 3 метров и был очень гибким и подвижным. Палеонтолог Фернандо Новас говорит, что этот плотоядный динозавр частично или полностью мог быть покрыт перьями. Новый экспонат музея 200-летия представляет определенный интерес, поскольку связан с первобытным представителем класса плотоядных динозавров, относительно меньших по размеру. Бисентенарио не является крупным динозавром, его длина примерно 2,5 метра. Но этот вид входит в группу, из которой произошли такие гигантские создания, как тираннозавры и менее крупные велоцирапторы, и в конечном итоге пернатые длиннорукие динозавры, которые были небольшие, являясь птицами. Острые изогнутые зубы и длинные когти Бисентенарио заставляют ученых предполагать, что он охотился на динозавров, меньших по размеру. Кости этого доисторического животного обнаружили в аргентинской провинции Рио-Негро. Исследователи считают, что данный вид динозавров существовал примерно 90 миллионов лет назад, когда на Земле обитали гигантские ящеры.